Еще одна песня о женщине, но более известная. Иногда спрашивают, а про кого ты именно это написал? Она называется песня «Звезда электронной эстрады». И я, к сожалению, должен отвечать, что это образ собирательный. Хотя я взял основные детали от Анны Вески, была такая певица. Она была в Афганистане тоже, кстати. И, кстати, мало кто знает, что у нее брат был советский офицер. Страшный разгильдяй, но служить хотел. И от Эдиты Пьехи, так сказать, это вообще мой друг, и она тоже была в Афганистане. Но больше, конечно, тут похоже на Анну Вески. Звезду электронной эстрады, красавицу лет 30, на точку из Джалалабада им выпало перевести. Она улыбается ярко, по лесенке всходит в салон, одетая в темные марки, но бархатный комбинезон. Запущен движок вертолета, ревет и вибрирует мир, оглядываются пилоты, как будто она командир. Величественно и лукаво певица кивает слегка, вручая им сладкое право нести ее под облака. Отводят смущенные взгляды, взлетают в эфир, говорят, над рощами Джалалабада с бесценной ношей парят. Потом начинаются горы, вершины близки и грозны, тревожнее переговоры, которые ей не слышны. Как молоды летчики эти, певица подумалась вдруг, здоровались прямо как дети, смущаясь касания рук. С улыбкой встала в салоне, прошла каблучками стуча, и две несравненных ладони накрыли два юных плеча. Но не оглянулись пилоты, не вздрогнули, не напряглись, и лишь впереди вертолета какие-то искры сожглись. С минуту стояла меж кресел, вернулась в салон на скамью, ругая свой жест, он из песен и чуткую душу свою. На точке простилась надменно, шагнула по лесенке в пыль и гордо ступила в военный подъехавший автомобиль. Пилоты плечами пожали, проштрафились, чем и когда, ведь даже что их обстреляли, не знала в салоне звезда. Запущен движок вертолета, ревет и вибрирует мир. Летим, как тому пулемету, сквозь зубы сказал командир.